Давайте, ребята, поиграем за кобру. Мне кобра понравилась в прошлой серии. Фиалка, смотри, фиалка. А у меня интер... Какой-то робот, непонятно. Непонятное название. Опа, ребята, я готов. Все, я здесь буду стоять и щелкать их. Есть. Есть удар. На, получай. А, как так? Ёлки-палки, у них очень много всяких ракет было. Поэтому меня щелкнули. Давай, дружище, может, у тебя получится выиграть? Нет, нет, убили, убили. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Давайте, давайте еще раз, я выберу другой танк. А, Джокер у меня слабый, это смысл его брать. Давайте возьмем Титан, красненьким сделаем. С Титаном. Так, двое против двоих. Ох ты, у меня Джокер, Джокер маленький друг. Дружище, ну давай поехали, поехали. Опа. Тихо, есть. Попадание. Есть попадание. О, готово. Сейчас мы его уничтожим, смотри. Да у тебя не хватит энергии. На. Все, победа. Наконец-таки мы, ребята, уже победили. Еще раз. Сразимся. 2-2. Ой, ребята, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео обязательно. Пожалуйста. И подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. А мы продолжаем играть. Ой-о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 й. На, держи, на, получай. На-на-на-на-на-на-на. Есть, мы этого уничтожили. Так, защиточку, еще один ударчик и готово. Ребята, мы выиграли. Победа у нас. У нас победа. Так, продолжаем играть Pepsi World. Так, грибочек сразу съедаем. Так, это мы тут в каком-то замке, да, я смотрю? Так, а мне эти облачка не будут потом падать вниз? Ох-ох-ох, да, смотри, это облачко упало. Ах, вонючий случай. Это не облачко было, это какие-то льдинки. Так, меня задела эта штука. И мне нужно срочно как-то найти грибочек. Нифига нету грибочка. Ой. А чё яблоки-то мне исчезли? У меня 10 яблок было. Короче, такая фишка. Видимо, если яблоки ты не используешь, то они потом сгорают. Типа в новом уровне их не будет. Поэтому не надо их бояться тратить. Ого. А, все, вижу. Ух ты! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Ну ладно. Не получилось у меня. Эх, дальше играем. Поехали. Так, какой-то... Дюны какие-то, песок. Так, я так понимаю... Так, яблочко беру. Так, здесь у меня будет грибочек, да, точно. Все. 10 яблок у меня есть. Ох ты, вонючки, какие вы медленные. И они такие какие-то маленькие, вот эти грибочки. Были бы больше. Так, ну слушай, аккуратненько. О, чуть не упал. А там что, Коля, да, Коля какие-то стоят. Да. Кирпичи мы разрушаем, и кирпичи из красных превращаются в белых. А, где логика, да? Ага, спасибо. О, это что за птичка такая? Появился новый враг. Дек. Дек. Да, видимо, новый враг. О, еще один грибочек. Спасибо. Спасибо за грибочек. Ух ты, а что это за колья вылезли? Я их не видел. Чтобы они были. Ты яблоко профукал? Вонючка. За тебя яблоко выбросил. Опа, на тебе тоже. Мне не жалко, у меня этих яблок очень много. Так, эти пустые, как всегда.
Тут только один какой-то. А, вот здесь первый. Ну, лучше, конечно, все проверять, ну ладно. Ах ты гад, ты чё, как ты мог меня так задеть-то, а? Так, о, монетки, монетки. Прыгаем дальше. О, все. Ребята, это флаг. Прошли уровень. 6 яблок у меня еще осталось. Не использованных. 930 долларов. Приобретем мы с вами вот ботиночки. Ботиночки, чтобы мы шли быстрее. Так, двигаемся мы уже побыстрее. Ну, да, быстро идем вообще. Сейчас мы всех тут зафигачим. Всех этих нубиков. А, то, не нубиков, то есть я хотел сказать, а, конечно же, зомбаков. Зомбаков. Так. Нормально, нормально. Сейчас вот этого сейчас щелкнем. Ребят, нравится игрушка? Ставьте лайк. Пожалуйста. Давайте соберем 10 тысяч лайков на видео. И, конечно же, не забудь подписаться, чтобы не пропустить новые ролики. Так, все, сейчас мы этих зомбариков. О! Мы уже, смотри, как дошли, прям хорошо такие. Прям много дошли. Много мы, кстати, уже прошли. И энергия, в принципе, тратится. Ну, еще куча энергии, по правде. По правде, энергии еще много. Главное, этих зомбариков щелкать. И все будет хорошо. О, практически, смотри. Вот этого зомбаря убили. И дальше, что у нас дальше? А дальше у нас идет лед. Я не знаю, куда там дальше лед поведет, но достаточно-таки интересно. Так, ребята, смотрите, играем в Brawl Stars. Зайдем сейчас в магазин, у меня здесь подарок есть. Подарок просто монетки. Ну, давай заберем монетки. Спасибо. Так, а что у нас тут еще интересного есть в магазине? Ага, улучшить можно розочку. Так, подожди. А что у меня здесь? Brawl Pass. А, зайдем посмотрим. Это всякие квесты, не квесты, награды, не награды. Ага. А что у меня тут? Бойцы горят. А, Эль Прима. Так, давайте мы его улучшим. Сразу. Ну, давайте возьмем его. Будем поиграем с Эль Прима. С Эль Примочкой. Ох, так. Значит, играем с Эль Примо. Ну, давай. Открываем. О, какой ты сильный, Прима. Сейчас откроем все сундучки. Так, вот еще один сундук остался. А где мой напарник? А, ну там занимается. Молодец. Молодец. Пошли, напарник. А, какой-то напарник интересный. Так, вот этого чувака я сейчас быстренько зафигачу. Так, нет, нас сейчас здесь взорвут нафиг. Я уйду. Мне нужно залечиться. Так, все, напарника моего уничтожили. Что делать? Ждем. Тогда, когда он вернется. А я посмотрю, может, где-то сундучки есть. Ух ты! Вкусняшка, вкусняшка. Так. Вот, бери вкусняшку, напарник, друг. Окей. И давай попробуем. Ух ты, напарника моего убили. И меня еще щелкнул этот большой. Да, надо было на него не идти, конечно. Но зря, зря мы пошли на него. Так, а что мы можем купить? У нас есть немножко денег. А, давайте возьмем карманник. Получайте больше денег от желейных мишек. Это самая нужная вещь здесь. Удача, лакомство будет появляться чаще. Ну и еще... И еще можно наносить больше урона, но это не особо интересно. А, реактивный ранец. 107. О, давай реактивный ранец купим. Почему бы нет? Все. Супер реактивный ранец у нас двойной. Двойной причем. Опа, они его заморозили, да? Есть, удар. Так. Мощность у нас, смотри, какая мощность большая. Прыгалка. Ай, прыгалка, вонючка.
не дали мне на прыгалке поиграть, попрыгать. О, пиньятка. Ну, пиньятка такое. Ну, пробиваю стену. Так, желейные мишки у нас фиолетовые. Давайте фиолетовых побьем. Так, а там потом будут голубенькие мишки. Голубенькие мишки. Ого. Так, ах ты, е-мое. Бочка была. Ну, неожиданно бочка попалась. А чё всё поломалось? Ого, мимо. Прыгалка. Ах ты. Да. Мне нужна прыгалка. Это прям срочно причем. Чё там, пиньятка? Нет, спасибо. Давай в следующий раз. Так, смотри, конфеток пооткрывали. О, сундук 6000 монет. Вот это спасибо. Вот это хорошо. Так, что ж купить? А здесь что у нас интересное? Так, Тедди факел. Ага, Тедди факел. Блин, давай купим Тедди факела. В принципе, недорого стоит. Лейтенант Бум. Ну, давай тоже его купим. Так, все. А, желейный Роджер. Лучше, чтобы взрыв был сильнее. Да, конечно. Все, улучшили мы. Пошлите дальше играть. Так, а, уже нету. Блин, промахнулся. Фотоаппарата-то уже нету, уже не щелкает его. Ладно. О, смотри, реально меня подбрасывают сильнее. О. И факел, смотри, выше стал. О, Гендальф. Есть. И еще последний удар. Готово. Сколько там? 600? Надо Гендальфа прокачивать, чтобы больше денег там было. Потому что еще мало пока. О, прыгалка. Нет, перчатка, не успел я. Не успела на перчатку прыгнуть. А, полицейский еще этот бегает. Вот, может сейчас? Да. Раз, два, три. Нормально. Гендальф. Ах ты, ё-моё, не успела Гендальфа щелкнуть. Ну, пробивай мне стену, молодец. Молодец. О, все, силы не хватает, силы покидают меня. Еще и полицейский здесь. О, мишки. Да, пробежались хорошо. О, еще 10 тысяч нам подарили. Thank you very much.